Рады приветствовать вас на нашем канале, дорогие зрители. Сегодня мы вам расскажем хорошую новость. 29-я серия сериала «Три круша» выйдет на турецком телевидении 6 июня. А сейчас давайте вспомним, что мы увидели в предыдущей серии. Итак, Картала привезли в казино, но неожиданно здесь появились полицейские и взяли его под арест. Также был арестован и Эфе, которого называли партнером Картала. Эфе напомнил Карталу, как говорил, что не знает, сколько времени это займет. Но рано или поздно он упечет его за решетку. Только есть небольшое изменение. И Эфе пойдет вместе с Карталом. Если Кылыч находится еще за решеткой, то для них это большой шанс. Картал вместе с Эфе в итоге оказались в тюрьме. И их встречи сокамерники были не очень рады. Самый старший из заключенных протянул свою руку, чтобы новоприбывшие ее поцеловали. Но Картал сказал, что они уже давно оставили эти дела. Отныне Картал может поцеловать только одну руку. И это будет рука его родного отца. Но Картала предупредили, если он захочет, то сделает это по доброй и своей воле. А если нет, то его заставят. Эфе прижал к себе крепко Лейлу, говорил ей о том, что сможет ее убедить в своей большой любви. И эти чувства по отношению к ней никогда не пройдут. Вскоре поступают такие известия, которые способны кардинальным образом изменить ход событий. Напомним, 29-я серия сериала выйдет 6 июня. Если вам понравился мой обзор, ставьте лайк под видео. Приятного просмотра!